Продолжая тему о самозарядных охотничьих ружьях, нельзя не сказать о инерционной системе, представителем которой является вот это прекрасное ружье Алекса Шьогрена, шведского изобретателя. Работу над ним он начал в 1904 году, закончилась работа над ним в 1914 году, было изготовлено несколько десятков этих ружей. Очень много нареканий было у этого ружья из-за огромной отдачи. Вот эта часть, затвор, двигается в переднем-заднем направлении перед лицом стрелка. Это очень необычно и достаточно неприятно. Ну, тот же магазин подствольный с четырьмя патронами и один в патроннике. Ну, что такое инерционная система, я вам сейчас продемонстрирую. Вы увидите, как я дерну этот ствол. Это будет то движение, которое я сделаю, это будет отдача. И увидите, что вот эта часть, каретка вот стала на затворную задержку. То есть ружье сейчас готово к выстрелу. То, что я сделал своими руками, вот это и делает отдача. А эту отдачу улавливает пружина, которая отводит вот эту часть, ствольную коробку, назад. Ну, эти ружья очень чувствительны к малым так называемым навескам. Тут нужно иметь не меньше 24 грамма дроби, ну и, соответственно, количество пороха. Если этого будет меньше, и того, и другого, то каретка может отойти назад, может вернуться в переднее положение, и при этом очередной патрон может перекосить. Она может вернуться в переднее положение и неплотно запереть канал ствола перед выстрелом, что произведет косечки. Или может вообще не произойти вот это вот перезарядки. Величайшее ружье, которое вызвало очень много споров, оно не пошло, к сожалению, в серию, потому что вот эта огромная дача при отведении затвора назад, она ощущалась очень-очень сильным ударом в плечо. Плюс у нее были большое количество осечек. И самое неприятное, вот мелькающая перед стволом, перед глазом стрелка вот эта каретка, и человек, скорее всего, был зациклен на том, чтобы она оказалась целой и не рассыпалась. Плюс к этому ко всему момент остановки затвора, ну, иногда стрелки грешат тем, что они излишне смазывают подвижность части ружья смазочными веществами, и плюс не самый хороший порох. И при отведении вот этой каретки назад за счет центробежной силы вот отсюда из ствола в лицо стрелкам могли лететь и продукты сгорания порохового заряда, и та же смазка. Это было не очень приятно. То ружье, которое держу в руках, изумительный раритет по одной простой причине, что оно в идеальном состоянии, сохранилось очень мало. У него, безусловно, есть настрел, но оно в том состоянии, которое позволяет считать его одной из жемчужин нашей коллекции. Это представитель очень резкого типа инерционка. Очередная жемчужина нашей коллекции самозарядных ружей – это вот этот вот Вальтер. Ну, история этого ружья настолько интересно, что нельзя не сказать об этом ружье несколько слов. После Первой мировой войны Германия буквально стояла на коленях. Были огромные репарационные выплаты у этой страны. Эту страну буквально разрывали на части страны-победители, которые не стеснялись вывозить технологии, оборудование, станки с заводов. Даже конструктора вместе с семьями, ну, им были сделаны предложения, они выезжали оттуда. Ну, страна жила ожиданием реванша. Вот, немцы считали, что победа была несправедливой в этой войне. Но была очень тяжелая ситуация, была безработица, был голод, были очень большие лишения. И, безусловно, немецкие охотники даже не думали о том, что у них будет какое-то ружье, они не инициировали этой темы. Инициировал эту тему Фриц Вальтер, гениальный руководитель, один из руководителей фирмы Вальтер, который в создание этого ружья вложил собственную душу. Он считал, что он с изобретением, с конструкцией этого ружья, он попытается сохранить все то гениальное, что было в немецкой оружейной промышленности. А учитывая, что был официальный запрет на изготовление военного огнестрельного оружия, то он вложил всю душу, всю гениальность немецкой конструктивной мысли вот этот полуавтомат. И получился, ну, как бы мягче сказать, сложнейший по своей конструкции механизм. Немцы, безусловно, не могли просто взять и, извините за слово, тупо скопировать конструкцию Вальтера 5. Нельзя было обойти авторские права. Вот. Ну, а так как полуавтомат все-таки был нужен, они создали свое очень сложное ружье и прошли по вот этому ряду грабель, наступая на них, получая этими черенками постоянно по голове, и создали
это уникальное ружье, автоматика которого основана на очень коротком ходе ствола вместе с верхней частью ствольной коробки, всего лишь 25 мм. Вот, ну, этого хватало для того, чтобы ружье перезарядилось, потому что сама по себе ствольная коробка состоит из двух частей. И здесь единственное резьбовое соединение, это ствол связан с верхней частью ствольной коробки, и он подвижен, он двигается всего на 25 мм. Нижняя часть, которая находится весь ударно-пусковой механизм, так называемая рычажно-шарнирного типа, это как головоломка 19 века, при отведении вот этой части затвора назад, он весь складывался и опускался вниз. Затвор становился на останов, так называется эта деталь, не затворная задержка, на останов. Ну, и происходила экстракция гильзы, и потом при нажатии на специальный шибер возвращался затвор в переднее положение. Маркевич, очень известный оружиевед, охотник, в своем монументальном, фундаментальном труде о мастерах, о ружьях, он написал, что самое хорошее, что сделал Вальтер в этом ружье, это магазин. Вот магазин, совершенно необычная форма, я вам демонстрирую еще раз. Если нажать на вот этот очень крупный шибер, магазин отсоединяется вниз. Тут все очень просто. Это единственная конструкция магазина среди всех полуавтоматов. Такой конструкции никто не делал. Причем магазин этот имеет полукруглую вилку на стволе. Если его сдвинуть назад, обойти вокруг мушки, он совершенно спокойно снимется. Внутри та же камера на 4 патрона с сильным, очень сильной пружиной. Но такое расположение магазина позволяло очень быстро освободиться от патронов. Здесь есть кнопка, фиксирующая патрон. То есть можно было нажимать на кнопку, и один за одним они выпадали. Повторяю, он очень легко снимался. Здесь как такового отсекателя нет. Отсекатель играет функцию отсекателя играет вот этот вот рычаг. При отведении его больше, чем на 90 градусов, вот таким вот образом становился затвор на затворную задержку. И при ружье можно было считать готовым к выстрелу. В всяком случае, вот при открытом окне экстрактора можно было снарядить пятый патрон в патронник. И при возвращении вот этого рычага в положение чуть ниже горизонтального, ружье могло стрелять столько раз, сколько патронов находилось в этом ружье. Если этот рычаг зафиксировать в среднем положении, то вот это как раз и была функция отсекателя. Ружье стреляло только по одному патрону. И можно было при останове затвора сзади поменять патрон. Патрон, подходящий вот к ситуации, больше есть предохранитель в основании спусковой скобы, кнопочный. Тут немцы ничего другого не придумали. Типичная немецкая пистолетная рукоятка. Неплохой, не самый плохой орех, как для стандартного ружья. Вот такое ружье, повторяю, которое возникло, скорее всего, из-за военно-политической ситуации, которая была в тот момент в Германии. Еще одна очень интересная особенность. Именно в этом ружье есть шторка жестяная, которая очень плотно закрывает весь ударно-пусковой механизм. Ни в одном ружье этого нет. Это сделано, опять-таки, с педантизмом, с немецким, с аккуратностью, для того, чтобы грязь как можно меньше попадала. Кстати, я уже говорил о том, что таких ружей сохранилось очень мало, а в таком состоянии, где нет на ствольной коробке ни одной трещины и нет следов ремонта этого ружья, оно, пожалуй, единственное. Их очень мало сохранилось на постсоветском пространстве, порядка 8-9 официально зафиксирован. Ну, это еще одна жемчужина, а имея в виду, что она в таком состоянии, это даже не жемчужина, это целая буса жемчужины. Ну и несколько слов о двух ружьях. Первое ружье – это наш ответ Чемберлену. Это советский Браунинг, модель МЦ-2112. Изначально эта модель была разработана в 1958 году в Центрально-конструкторском исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия в Туле. Это было отдельное предприятие, не путайте с Тульским оружейным заводом. И только в 1965 году, после большой золотой медали на выставке в Лейпциге, передача этого оружия, производство этого оружия перешло на Тульский оружейный завод. Изначально оружия эти были тоже в трех вариантах – в 12, 16, 20 калибре, но с передачей его на Тульский оружейный завод, их стали производить в 12 калибре. Тот же принцип, тот же отведение длинных от ствола вместе с затвором назад. Ну, тут свой путь и предохранитель в другом месте.
И вес уже другой, хотя очень неплохой ствол, 700 мм, вентилируемая планка, то, чего нет здесь. Но ружье, которое заслуживает своего доверия, было сделано при Советском Союзе больше 3000 этих экземпляров. Ставился бук, орешек, ну, в зависимости от того, во-первых, что было под рукой, во-вторых, что шло. Потому что первое ружье, которое шли до 1965 года, до выставки, они все шли в штучном исполнении, а штучное исполнение, оно предусматривало и хромирование стволов, и хромирование затвора. Кстати, все эти ружья имеют хромирование стволов, затвора, что увеличивает, радикально увеличивает срок эксплуатации этих ружей. Очень неплохой вес, до 3,5 килограмм, хорошее прикладистое ружье. Но учитывая, что их было сделано много, сейчас эти ружья большой цены не стоят, но они имеют место быть, потому что это еще один этап в развитии самозарядного охотничьего оружия. И заканчивая тему самозарядных охотничьих ружей, не могу не представить вот этого заокеанского гостя. Это гость из далекой Америки. Фирма J.C. Higgins. Ну, представьте себе огромный универмаг, где есть все, начиная от носков, термоносков для охоты, и заканчивая вот этим ружьем. И стоимость этих ружей от 140 до 194 долларов. Как по меркам американцев, так это и немного, газоотводный механизм. И те же 4 патрона, плюс один патрон в патроннике. Казалось бы, все очень просто, но нас заинтересовало даже не то, что он реализовался только на американском рынке, только для внутреннего рынка. Его могли привозить спортсмены, его могли привозить дипломаты, которые спокойно обходили через зеленый коридор и привозили это оружие. Он мог попадать через третьи руки в страну, но практически Советский Союз не заводился. Когда нам предложили это ружье, мы заинтересовались в первую очередь вот этой вот частью. Во-первых, здесь такой очень массивный пламя-гаситель, который уменьшает отдачу и увеличивает точность при стрельбе. Но самое интересное в этом ружье, я позволю это себе снять, это вот эта часть, я ее сейчас скручиваю, называется она мультичок или чокмастер по-другому. Вот здесь на окончании ствола есть 6 лепестков. И с помощью вот этого приспособления, накручивая его на указатель, можно выполнять стрельбу от 25 до 65 ярдов. Ну, ярд – это чуть меньше метра, практически 90 сантиметров. И накручивание вот этой части на определенную длину дает возможность, во-первых, поставить тот патрон, который вам нужен. Если вы хотите стрелять по утке, расстояние должно быть большое, там 60 ярдов, это практически 50 метров, дробь одна. Если вы знаете, что вы будете стрелять пулей, ружье позволяет стрелять пулей по копытным, это может быть и 30, и 40 ярдов, то есть вы выставляете свои 40 ярдов и под этот, под эту насадку, под эту настройку вот тех лепестков, которые в этот момент сужаются для создания, скажем так, больше направляющего усилия, потому что сужение ствола приводит к увеличению начальной скорости на дульном срезе. То есть можно стрелять от птицы, от пера до копыт. И как здесь на рекламе нарисовано, что от утки до оленя это ружье может использоваться. Прекрасно. Красное ружье в идеальном состоянии, неплохое дерево. Ну вот очень коротко, да, я говорил, анонсировал то, что мы два слова скажем о японцах. Японцы сейчас фирма Мироко производит Браунинг. Браунинг в нескольких моделях, у нас Голд 5, это 10 калибр, вентилируемая планка. Это очень тяжелое ружье, как оказалось, потому что 5 килограмм, 100 грамм, это очень серьезное ружье. При этом оно имеет минимальную отдачу. Японцы сделали прекрасное ружье, это 15-й год, в великолепном состоянии. Ну, это современное ружье, которое однозначно вписывается в общую концепцию нашей коллекции. И подводя итог сегодняшней передачи, хочу сказать, что коллектив музея поработал над выпуском книги. И эта книга называется «Самозарядное охотничье оружие». В этой книге описаны все образцы тех ружей, о которых я сегодня говорил, которые брал в руки и Ремингтон, и Браунинг. Она хорошо, богато иллюстрирована, и тут гораздо более подробно, чем я сейчас рассказываю, рассказано об этих всех ружьях. То есть желающие могут и взять эту книгу, и почитать, и посмотреть нашу передачу, и понять, что самозарядное охотничье ружье у вас в руках, либо это одностволки, либо это двустволки, по большому счету роли никакой не играет. Любите охоту, знаете охоту, занимайтесь охотой, цените ее, цените то, что находится вокруг вас, и думайте о том, что сегодня вы охотились, и вам придется или захочется пойти на охоту завтра или послезавтра. Поэтому никогда не берите
лишнего от природы. Берегите саму природу, берегите себя, и ни пуха вам, ни пера.